Ну что ж, здравствуйте, дорогие товарищи. Мы играем в GTFO. Компания R8A1. И играем с товарищем Хиггсом. Будем опять играть заключенными. И опять спускаться в подземелье. Только там не драконы, а какие-то ушлепки. Будем их мочить тапками, палками и, в общем, ножиками, перышками там, и чем-то не придется. Ну что, поехали? Deep Caves, да, или как там, английский. Да, поехали. Ага, будем лордами of the dungeon. Опустить. Просто. Капсулу поменяли. Раньше, я помню, небо было видно. А, вот сейчас видно все, да. Конец подземных передач. И вот эти вот... Ну, знаешь, это напоминает сериал Lost. Где куча всяких загадок понапридумывали, там, типа, вот этих вот недосказанностей. Да. В этом все окончилось пшиком. Потом все в такую трешанину и дерьмище превратилось. Да. Ну и тут тоже из разряда как... Помнишь, это «Война и мир»? Пьер Безухов, который полюбил эту... ну, жену свою будущую. Такой говорит, какая она умная, типа, она... Слушаю все такое. А потом оказалось, что она тупая овца просто, которая просто ни хрена не говорила. Вот, и поэтому оказалась умной. Так и тут, знаешь. Это вроде как умный сюжет такой, а на самом деле просто из-за того, что он доносится так через жопу. Он кажется умным. А на деле не очень. Глубоко, походу, очень. Да, тут бы еще счетчик этого, как там его, как в Днепро Галактики, да? Охренеть. Почему мы все летим? По-моему, где-то подвисает или что-то, подкачивается или что-то такое. Синхронизируется. В каком-то были красной лампочкой. Ух ты, дерево, деревья. Фига себе. Смотри, не упади. Какой интересный. Здесь можно упасть, да? Бывает. Что-то вниз пойду, посмотрю. Что тут есть интересно, где ничего нет. Что-то опять очень знакомая местность, но это явно не то. Но на такой локации мы были. Там мы были, знаешь, в какой локации? На Б-шечке или Ц-шечке? Было такое вот, как будто вот эти вот, вот такие вот спуски, вот такие вот джунгли небольшие. Да, там еще по центру надо было лазить вышку. Да, вот. Но я говорю, они тут используют настолько часто вот это вот одно и то же. И если так посмотреть, у них геометрия весьма простая. Это вот эти вот объекты. I'm working with the Warden, but it's not what you think. The Warden has been trying to help us against the real enemy, the virus. I know you want to get out, but outside of this pit, there's nothing.
It's all gone. The virus has wiped everything out. But there is a way out of this mess, and the warden is going to help us. You're going to use the matter wave projector. You've used it before, but this time we'll know what we're doing. Got a few pings here. We're going to use coordinates to control the destination. It can take us somewhere there's no virus, no creatures. I'll explain more once you find it. Ну смотри-ка, деревья отгибаются, когда ходишь. Ебается. Радует. Не все, конечно, но некоторые реагируют. Ну не знаю, я пробегаю тут прямо через эти кусты. Ничего не огибается. А, не знаю, ну, у меня вот что двигается. На краю, да, есть такое вот эти вот. Парочка есть. А в целом да, еще... они не все как-то. Где-то. А у меня даже вот эти вот стоят, которые цветы сбоку вдоль стеночек, тоже реагируют. Странно. Да, короче, что-то реагирует, что-то нет. Интересно, да. Ну, видимо, какие-то объекты настроены. То есть просто они наставлены. Какие-то болды били. Какие-то старые. Ты чёрт не знает. А, ладно, нормально. Тут простая проверка, ничего страшного. Ты что? О, здравствуй. Так, ты пойдешь. Так, налево, чувак. Я направо пойду потихоньку. Там алартом. Окей. Ладно, разбрелись. По разным сторонам. Looks like we got someone close. Коллизия, блять. А, тут спуск вниз. Знаешь, тут типа вот это вот спуск, ну, спуск вниз, и там как бы водоканалы. И тут просто утыкаешься в невидимую стену. Так бесит. Могли бы сделать решетки, там, не знаю, или просто. Слишком а, да, 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 я понял про что ты. Вот я тоже уперся в них. Да, но нет, надо было просто невидимую стену делать. Такой, знаешь, дешевый прием. Халтура. Халтура, да. Got a few pings here. I'm really home about. Sleepers. Да, нормально. Еще и покоцал, но не страшно. Ладно. Тут стрелять начали боты, но, видимо, никого нет уже больше. Ну да. Да. Ну, с той стороны, как и положено, все зачищено. Так, тут у нас две двери как минимум, да? Зона 71, что-то там. Зона 69. Хер знает, куда ей надо. Так, действует режим изоляции. Наверху ты был? Наверху, наверху, наверху. Глянь, вроде никого.
Так, ну нам сюда нужно, явно. Вот. Опять же, простая дверь. Вот сюда. Там та дверь, наверное, потом отключается или что-то там, в этом роде, но... Ну что, жмем на капу? Да, давай. Я убил его по моменту, так что нормально. На рюкзаке. У тебя на рюкзаке написано ковок. Это да, это я там подшел в миссию, когда был типа ивент. Ты знаешь, они попытались в гейм-сервис. Вот. О, смотри, смотри. Это что же дерьмо лежит? А это полуразложившиеся. Или то, что от них собирается быть. Чё, так, каких ты... берем? Давай ты пойдешь, потому что мало ли рассинхронный и всех это будет. Давай. Вот этого я бы сказал, вот самую ближайшую, которая на правую сторону. Один. Стоп, 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 никого не двигайся. Не двигайся, не двигайся. Так, ты возьмешь вот этого, да? Справа. Ну давай, я справа пойду. Я пойду, тогда я подойду к дальним. Сука! Ты че не попал? Не бил. Бывает. Не всегда проходит. Так, что там у нас? Понятно, какую зону-то вообще надо идти. Я так понимаю, нам надо терминал найти. Да, лучше терминал для начала. Так, что-то там было, нет? Слышишь? Ну давай, заходи тут, а там. Лучше одну дверь открыть. Потом. Остатки людей, полурастворившихся. Вирус. Kill them all. Так, передо мной люди. Don't wake them up. Okay, let them sleep, and we'll be home and dry. Got a few pings, hands off cocks. Не, сейчас вроде как бы пролаги пропали. А, это самое. У меня двери не открывались даже. Я нажимаю, они не открываются. Я поэтому думаю, может попробовать. Окей, я понял. Может быть, действительно у меня какая-то проблема. Ну что делать? Бывает. Да нет, да. Я нашел грибы. Что я хочу сказать, что у них прикольно сделан тепловизор. То есть даже когда бегаешь, оно показывает, что у тебя как бы теоретически на этой самой на. Ну, на винтовке показывается. Да, да, да. Вот, если вот бы. Вот что они... за херня, а? Вот некоторые. Ага. Если бы они отдельные модули сделали, ну, сделали возможность выбирать модули перед миссией, то есть, например, как там по очкам каких-нибудь, или там, типа, если ты прошел какие-то миссии, тебе выдали этот тепловизор, и ты можешь там его использовать, например, такие вот, знаешь, чтобы облегчить, вот, и на любое оружие поставить, то это было бы, блин, реально прогрессия какая-то, вот. Но они вообще не заморачивались над этим. Да. Да, что я хотел сказать, то что они над какими-то объектами не заморачиваются, а вонючие маленькие сраные грибочки реагируют на меня. Окей.
Так, где я нахожусь? Я нахожусь. Где-то мы есть, пропустили. Я, да? Это я. А, вот лестница. Ага, лестницу я уже запомню что-то. Открою, так, что-то у нас. Течка. Вот ящик. Хочу сказать, что прикольно, в принципе, что они придумали какую-то формулу вот этого самого игры. А, сверху, я так и думал, что сверху. Да. Это есть, потому что звуки какие-то были. На зомби, да? Ну да, это считай, как эти в Last of Us зомби. И какие-то грибные. Где-то тут еще кто-то шкребется. Да вот внизу. Я сейчас хожу, не пойму. Одного вот вижу. Двоих вижу. Тебя там, да? А, вот передо мной вот сейчас одного. Один, я его убил. Ну вроде все. А нет, еще кто-то. О, я терминал нашел. О, давай сейчас наберу. Query. Подскажи, пожалуйста. Query. Вот. Matter Wave. Projector. Есть. Да. Зона 73. Окей, а что у нас еще есть? О, сейчас я громко буду читать. Ты не против? Нет. Вер, Т-96. Я начал, да? UN. Открытие журнала Вер, там что-то там. Машинный перевод выполнен, но ни хрена не выполнен. Окей. Так. Подожди, я просто зачитаю, потом, если что, можно запустить аудиофайл. Ну, там, правда, на английском, а? Переводить на так, как в голову придет. Правда. Угу. Это было все. Я говорил это раньше, и я буду говорить до дня, когда я умру. Я никогда не буду врать вам. Я... Стою на окраине Парумпа, Невады. Мне больше не надо скрывать мои какие-то хрени, потому что больше нет кого их скрывать. Нет больше движения, нет больше остатков общества, которое пытало себя, рвало себя изнутри и что-то там еще. Больше нет авторитетов, больше нет властей, которые могли бы зачистить все. Нет полиции, которая могла бы принести справедливость жертвам насилия, которые лежат на улицах. Их тела пекутся на пустынном солнце. Нет пожарного департамента, чтобы погасить огонь в магазине. Теперь там только пепел.
Нет, больше этих самых. Короче, разбиты окна супермаркетов. Все зачищено. Что у вас там творится? Извини. Так, нет. Атлас, привет, спасибо за донат. Спасибо, спасибо большое. Ага, так. Нет больше Уэлдерса. Кто такие Уэлдерс, кстати говоря? Ну ладно, неважно. Сварщики. Сварщики? О, да. Нет больше сварщиков, которые могли бы починить эти самые, блин, шаттерс. Ворота на оружейном магазине. О, кто-то там бегает на фоне, прикольно. Ух ты. Так, они были также убиты. И я рад, что мистер Правда не здесь, чтобы увидеть это. Она... А, подожди, мистер Трус, а потом She Loved. Что за хрень? Блин, эти... Мистер Правда, может быть... мистер Правда любит She Loved? Нет, типа, I'm glad Mr. Truth is not here to see this. She loved this town. Типа, я рад, что мистер Правда не здесь, и она любила этот город людей. То есть, ну, либо опечатка, либо что-то очень современное. Так, людей, короче, она любила людей, этот город, пустынных чуваков. Они уникальные люди, индивидуалисты, хорошие люди. Дружественные, но не прогибающие. Недоверчивые, но не пробивающие, так сказать. Я помню, когда мы пришли сюда впервые в 2036-м, Боже, что я сделал? Может быть, она... Хотя я... Может быть, я был неправ? Все выглядело таким правильным? Рамона. Короче, видимо, чувак убил просто свою тёлку. Такое ощущение у меня. Но текст довольно сложный, да. Я вот запущу, пускай он говорит там. На улице ветрено, судя по звукам. Да, ладно, я... Если ты хочешь, то можешь запустить этот файл. Там read, log и... Да нет, я ты прочитал, мне этого достаточно. Да. Атлас, спасибо большое за донат. Ты, как обычно, бьешь все рекорды этого канала по количеству донатов. Спасибо, спасибо большое. Что-то у меня... Летай к нам. Чатики не работают. Ладно, а не ты важно. Не увидишь это на Donation Alert, потому что чат у меня... Он написал «Здрасте», внезапно проснулся. Бывает. Привет, Атлас. Да. Так, окейшки. Так, что там у нас? Зона 73. Зона 73... Я уже зачистил тут достаточно много всего. А вопрос, где эта зона 73 была? Дойти. А, зона 73, сейчас поищем. Где-то я там видел какие-то двери. Здесь дверь была. Зона 71, 72, 75. Проход в охраняемую зону 72-75. Ну вот туда, значит, нам надо. Ты где? Я вот вижу тебя, да. Сейчас нужно только придумать, да, как до тебя добраться. Только я рядом был. Кстати, аларм второй класс. Ага. Заставим классы. Так, турель-дробовик. Они снизу пойдут однозначно. Поставлю-ка я ее... Я вниз не очень, наверное, лучше в проход сюда. О, явно надо сюда тоже ставить. Да, ну просто я... Она в узких помещениях лучше будет. Так. Ну, второй класс опасности не так опасно.
Наверное, даже можно сюда вот поставить. Прям двери поставлю. Хотя, да, согласен, не очень. Потому что двери как раз таки узкий момент. А до дверей да. Они могут с разных сторон добраться. Окей. Да, снит там, потому что много проходов, откуда они пойдут. За дверью, кстати. Шкафчик вижу. Да и все. Никого вроде нету. Sentry gun here. Sorry, I can't do that. Да что ж ты значит? You can do this. Ты чё? Охренел? Ты чё, чёрт, чёрт получается он? Сейчас опустим его толпой, мы же тут все зэки. Sentry here. Yes. Окейшки, давай, я готов. Вот придурок. I do not like to hear that. Задерживай. Мы там дверь закрыли? Блин. Может, и не закрыли. Мы точно не закрыли. Теперь закрыли. Нормально. Все. Вот и все закрыли. Еще кто-то бегает. Ну давай, давай уже добегай, чего вот ты там. Pick up your deployables. Все, забираем. Пошли отсюда. Bioscan frame here. 5? Вроде же был биоскан уже. Да, это, видимо, простой. Куда ты стреляешь-то, чувак? Блин. Когда он стреляет, вот непонятно, да? Ну? Все как... Ammo pack. Терминал. Ой, терминал, что ты. Нужны патроны кому? Я один ammo pack съем. Так посмотри. Что-то нас похоцало немножко. Да, кстати, ammo pack, кстати. Тебе мне надо тоже... дать. Да, и тебе надо дать. Это. И всем надо дать. О, да. Скушай патронов. Так, лучше, наверное, дам еще. Подлечил спасибо. Немножко, да. Thank you. Так. Плавитель. Я палочки лучше возьму. Как называлось это? Way Projector или что? Нам надо в зону 73 найти, а чё не написано? Ну, Projector Wave. Материал. Вот, нашел все. Через табр замечательно работает найти. Зона 3, значит, пинговать нужно. Эй, да. Далеко, значит, до 73-й зоны надо дойти для начала. Там уже разбираться. Пошли через что. Давай, я туда справа пойду. Ага.
Так, там два по центру. Один. Три по центру. Четыре по центру. Got a few pings, hands off cocks. Чуть покоцало, но не страшно. Вот, зона 73 у меня. Угу. Но нам все равно надо будет сюда вот, в эту зону. Но потом. Это я уже вангую. Два жопошника. Все вроде пустота. Вроде все. Да что это у нас такое? О, медипачка. Так, я на себя. Отлично. О, еще один тварь. Паскуда, тварь. Жалеешь? Паскуда, тварь. На, ну что. Ой, да тут еще. Фига, я ему в голову попал сразу сходу. Ага, окей. Тогда смотри. Смотри, что там у нас, 73 зона. Нужно yellow card. Нужно где-то и пропинговать. И yellow card, так. Есть терминалы. А вот терминал, вот. Есть тут, да, у нас? Ага, это что у нас неподалеку. А я где вообще нахожусь? Я здесь нахожусь, то есть нужно смотреть. Блять. Как мне написать? Я правильно смотрю. Чё? Всё, всё нормально? Так, K Yellow 283, да? Да, все правильно. Вы 275? 283. 283. Зона 72, да? Угу. Класс, да. Третий. Расставляем. А где дверь? Вот она. Здесь. Вот тут шкафчик еще. И тут у него этот самый. А, я, кстати, заберу. Бери. Да. Отличный план. Ставь турель. Там этот, перезарядка для. Я вот думаю, куда ее поставить. Турель, дробовик. Интересно, здесь будут пляски? Будут, будут, это третий уровень. Тогда наверняка куда-то на выход пойдут, да? Или уровень. А дробовик. Ты, кстати, да, кстати, хорошая идея. К этим самым. Сюда вот. Что турель-дробовик так загасит одним выстрелом. Не-не, знаешь, куда поставь? Поставь вот сюда. Куда? Вот здесь вот поставь. Вот здесь. Поставь, и они все равно все сюда будут переться. Теоретически, но я, может быть, не прав. Но если что, у нас все равно две стоит. Нет, чтобы они вот прям вот сюда, вот туда вот прям. А тогда она же близко, она не дальнобойная, она будет просто стрелять и в разлет будет большой. А, тогда. Поэтому, чтобы она здесь их зажимала. Окей. Все, ладно. Попробуем так. Идея вроде неплохая. Мне кажется. Как план был кажется? Блестящий. Да, надежно, как швейцарские часы. Как словами классиков. Ну что, понеслась? Да. Все здесь. Вот, Валера, интересно, придут? Я уже забыл тут, как кого зовут. Валеры.
что, слышишь? Вот это там турель дробовик. Я чую, отрабатывает. Красавчик, отрабатывает по полной программе. Да, 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 куда теперь дальше? Да, куда ты нас двигаешь? О, разброс пошел. О, сюда. Ага. Буквально. Просто супер. Что еще куда? Еще там, наверное. Теперь только... Я чувствую, твоя турель разлетается моментально. Твоя турель отработала на 100%. Они тут дверь помяли. Ну хорошо, пошло. 3 патрона осталось. Турельки. Красавчик. Нормально. Ты ее хорошо придумал поставить в этот проход. Надо было еще парочку других поставить. Ладно. Но хорошие мысли приходят опосля. Ну что, пошли дальше. Так, а у вас... сейчас я посмотрю. Расплавитель, Sentry Gun. Вудса. Тебя, кстати, надо Sentry Gun перезарядить. Где ты? Тут, держи. Так, тут чувачок. Вон там. Верный? Let them snooze, so we don't have to fight them. Да, с моей стороны. И не совсем же. Так. Ладно, я тут разберусь. О, да, я слышу, рычит. Артефактов совсем нет. Терминал. И сейчас я буду большого колбасить. Ну давай, тебе ачивку надо же, да? Ну я попробую. А да не, я факт, его... не факт, да что я не получится. Ну если что. Если что, держу. Не получилось, все равно мне и помогал. Ладно, хер с ним. Хер с ней с ачивкой. Главное, что жив остался. Да. Ой, тут еще один здоровый, и он уже заагрился. Ладно. Вот мудак. Может быть, я загорел, как бы я расслабился слишком сильно. Может быть, я виноват. Вот это самое. Не, я не про это. Мудак бот в том, что я стал стрелять с пулемета, а он встал передо мной. А-а-а. Я пострелял в него успешно. Молодец. Так, о, патрончики. Патрончики, патрончики. Так, у меня что? У меня под аптечка. Аптечка мне... Мне не нужна аптечка, ну, в смысле. А, могу использовать, но... Лучше... А, вот взялся, чувак. Молодец. Спасибо. Короче, чувак уже использовал. Найденный патрон. Форбанки, что ли? Чё-то нашли? Интересно. Не, ничего вроде внизу нету. Окей. Там сверху дверь была, я не стал пока открывать.
А ну это вот в эту же зону проходит, да. Зона 73, зона 2Б. Поехали. Так, большой чувак. Далеко. Сверху наверняка что-то. Точно, у меня же есть светящиеся палочки. А, палки-бросалки. Это бот. Не, кто-то там стоит. This place will be swarming in seconds. Прям так в кустах ни хрена. Ой. Я гигант промазал. И филка. Ой. Так, внизу гигант стоит. Ну, мужик. Половой. Гигант. Да так не очень. Got some. Spitting distance. Так, окей, вижу, вижу, вижу. Течка. Или три рефилки. О, ключ. Resource box. О, прекрасно. Так, ну рефилка у меня. А, бот сделал рефилку, все отлично. Фонарь. Блин, фонарь такой бесполезная хрень, не знаю. Они да, придумали. Большой види... фонарь неудобно. Да, они поставили, придумали этот предмет. Нахрена его придумали? Вообще не используется, знаешь. Когда в игре бесполезные предметы, это значит, что геймдизайнер лох. Ой, ёб твою мать, здоровяк! Вот я тебе про него говорил, кстати говоря. Справились? Добили? Здоровяка, да. Ещё что ли? Да. Нормально, хорошо. Если чё, у меня три аптечки. Ой, две точнее. Да вроде нормально, меня никто не фоткнул. Хотя сердце забилось. Да, а вот патроны уже заканчиваются. Палки-бросалки. Так, это мы очевидно сверху выйдем. Это да. Да, здесь я был. Хорошо, здесь ребенка не надо оживлять, как в прошлой миссии. Оживлять ребенка, рассказал. Ну, так. Там же нам оживите ребенка в мясорубке. Мясорубка. Красавчик, да. Так. Так, поднимай крылья, да. Че там? Нам сюда нужно. А, да, не сюда точно. Вроде бы ничего не надо будет делать особо. Хочется верить. Я на всякий случай поставлю. Sentry here. Yes. Но вроде ничего не надо. Yes. Открывай. Pick up your deployables. Yes. Убираем турельки. Какая-то непонятная лаборатория. Непонятный мир. Awful quiet out there.
мы готовы забрать? Пушка. То мало ли, хрень какая. Сейчас случится, а знаешь? Что это у нас такое? Какой-то ключевой предмет. А. Вот этот вот прожектор материальных волн. Сейчас забери. Подожди. А, привет, в смысле, Атлас. Я тут что-то как-то зачитался. Привет, Дред. Да. Ладно, хрен с ней. Что это произошло? Не понял. А это я взял предмет, вот этот вот. Материаловый. А что мне телепортировало? Я аж испугался. Куда опять телепортировало? Обратно. Это фишка такая. Navigation data to times and places we can't even imagine. Event logs going back millennia, eons. There are zoological entries, millions of them. I think this is the collection the clone was talking about. Extraordinary. The Warden's understanding of time and space are so far beyond ours. But with these files, and the research project insight log for the EF-01 expedition, I think I have enough to control the matter wave projector. Get it to me. Check your status for the shuttle box location. Я просто ставил турели, вдруг мне телепортнуло, я штаны не наложил. Я такого в этой игре не видел никогда в жизни. А, коллизии. Нету коллизии. Мои любимые коллизии отсутствуют. Да. Вот здесь нельзя прыгнуть между трубами, а? Да, ну что у нас? Так, что, вставляем? Вот сюда надо вставить, я так понимаю, ее. А, в эту... Экстрактор. О, да, надо вставить. Давай, вставляй, я пока бот направлен на путь истины. Sentry gun here. Давай сюда. Сейчас будет данс революция, по-моему. Ой, уровень опасности. Какой? Непонятно. Надо поставить тогда... Сейчас надо как-то поставить пограмотнее. Ну, я на дверь тут поставил. У меня такое ощущение, что они и оттуда придут, откуда мы пришли. Короче, буду спавниться хрен знает откуда. Вот. Ну, как-то... проход центральный один, значит, справа-слева стоит, но я тогда ставлю по центру. Давай. Да. Понеслась. Не накапал. Так. О, приятно. Немедленная эвакуация. Да, ну пошли нахер. Или не пошли. Так. Турельки пока не забираем, да? Пускай стоят. Да, тут просто надо свалить. Помнится, в прошлый раз точно такая же хуйня была. Нужно было тупо свалить, и я оставил эти турельки. Как есть. Ты понимаешь? С левого края было что-то. А вон там дверь. Да, вот где ты, да. Да, ты сюда. Но они вроде там все-таки сдерживаются этими турельками. Правда, насколько долго? Я думаю, в конце все равно придется. Попиздавай. Вот теперь. Открывайся быстрее! Выходим и двери закрываем за собой.
чуть-чуть, но задержит. Да. Турельки не жалко. Got a few pings, hands off cocks. Да. Идем. Отстреливаемся. Без турели, но зато... Да. Но зато готов. Как-то так. Сейчас отбивочка будет. Ну что же, дорогие товарищи, спасибо за то, что смотрели. Лайки, подписки, шара, если понравилось. Вам приятно, нам полезно. Заходите, пожалуйста, в описание. Там ссылки на наши дискорд-сервера Home World Russian Fleet и Кооператив Дружбы. На Кооператив Дружбы, между прочим, мы играем прямо сейчас. А на Home World Russian Fleet мы играем в другое время, но тоже играем. Вот. Ну и там еще другие соцсети тоже заходить, нам будет приятно. Вот. А на сегодня все. Хотя наверняка мы во что-то еще будем играть. Так что не отключайтесь, увидимся.